Всем привет, дорогие подписчики из телеканала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Hollow Knight. Ну что ж, мы с вами продолжаем изучать город слез. И теперь по карте мы с вами спускаемся, наверное, в самый низ. Немножко налево, спускаемся опять же вниз, а потом идем направо. Это будет самым лучшим вариантом. Мы исследуем весь низ, потому что сейчас наверх это будет как раз там босс. Так, здесь. А, ну вот как раз туда вот к боссу-то и идти. Поэтому нет. Спускаемся мы с вами ниже. Нам с вами нужно еще накопить 150 монет. Они, в принципе, уже накопились. Для того, чтобы активировать лифт до забытых пустошей. Так, ну давай сходим, посмотрим, что у нас с этой стороны. А, здесь закрыто. Окей. Значит, откроется с другой стороны с какой-то. Ну блин, ну... Нажимал же удар, а. Вот, все двери я уже открыл. Ой-ой-ой, там, оказывается, лифт был. Блин, да мне не надо наверх. Спасибо, мне надо как раз вниз. Так, здесь я был. Вот. Отлично. Нет, пока сюда вниз не идем. Потому что мы сейчас пойдем именно вот сюда, вот налево. Спустимся там вниз. И пойдем направо. Летающий это еще удобно. Ха, до свидания. Блин, я тут не вижу. А, так это не опасно. Блин, зараза. Я думал, там смерть. А оказывается, нет. Да, но они почему-то умирают. Что очень странно. Опять же, очень странно. Не понимаю, почему он умирает. И главное, мне при этом не возвращаются деньги. Вот что плохо еще. Механизм с простой замочной скважиной. Использовать простой ключ. Оба-на. И куда это мы? Ну, пойдем сходим.
Королевские каналы. Ух ты. У меня нет карт этой местности. Тогда подожди. Тогда мне сейчас не до королевских каналов абсолютно. Потому что я хочу изучить до конца город слез. Блин, ну прикольно, что для меня это безопасно. Так, а лавочка далеко была? Лавочка-то, по-моему, далековато была. Ну что, босс? А, опять ты! Второй раз с тобой, что ли, драться? Мы снова встретились, маленький призрак. Я достаточно проницательна. Ты меня недооценил, учитывая, что я познала правду. Ты видел то, что лежит за пределами королевств. Ты порожден двумя пустотами. Оттого и неудивительно, как тебе удалось достичь сердца этого мира. Познай же жертву, которая хранит покой. Если же, зная истину, ты все еще намерен сыграть роль в увековечении Холлоунеста, тогда разыщи пепельную могилу и отметку, которая будет дарована такому, как ты. Мемориал «Полый рыцарь» гораздо выше в черном склепе. Благодаря его жертве Холлоунест сохранится навек. Храм черного яйца добавлен на карту. А чё, зачем мне храм черного яйца? Какой храм черного яйца? На какую карту он добавлен? Так, а наверх? Наверху явно что-то есть полезное, но я не смогу туда забраться. А, и здесь мне все закрыто. Блин, ну ладно. Тогда придется идти наверх. Нет, пока туда не идем. Так, а чё, я тебя разве не обшманывал? Странно. А, так здесь, блин, этот. Тупик. Ага, теперь понятно. Каким боком? Надо будет туда сначала вниз упасть, потом откроется дверь, а потом уже я смогу попасть наверх. Да ты-то куда лезешь, мохнатый? Так, нет, тут по-любому надо будет вызвать лифт. Отлично. Так, монетки ко мне. Ух ты, попал. Звездюк. Ну, давай. Мы с тобой будем по-быстренькому разбираться. Давай. Молодец. Вот, теперь нас сейчас спуститься вниз сначала. А потом наверх. Оба-на, а ты кто? Магазин. Да-да, ты ищешь редкости? Держи руки в карманах. Эта коллекция принадлежит мне, и я не продам ее маленьким грязным странникам. Тем не менее, я думаю, ты встретишь множество интересных вещей в своих путешествиях. Может, ты хотел бы расстаться с некоторыми из них? Я предлагаю честную сделку за каждую вещицу. А, то есть... А вот, кстати, они мне нужны вообще?
Мне кажется, что нет, и я их могу спокойно продать. Эти журналы дают нам интересный экскурс в умы и сердца тех, кто жил до нас. Они обычная находка, поэтому я не могу дать за них слишком много. Эти витиеватые печати были официальными символами короля и его рыцарей, и ими дорожили те, кто их носил. Король и его рыцари давно ушли, но диковинные печати по-прежнему представляют ценность. Я заплачу за них скромную цену. Изображение короля Хэллоунеста, который почитался как бог и правитель, сделанные из таинственного белого материала, они очень редки и представляют собой высокую ценность. Если ты решишь продать их мне, я предложу за них хорошую цену. А я не знаю, зачем они просто мне нужны. А идол короля? Король Хэллоунеста был неуловимой фигурой, обожествленной гражданами. Король редко появлялся, поэтому поклонение ему было предложено через этих идолов. Для их создания требовалось специальное мастерство. Немногие из живущих могли бы проявить такие навыки. Так, хорошо. А, печать Хэллоунеста. Это очень интересно. Ты знаешь о пяти великих рыцарях королевств? В Хэллоунесте они почитаемые личности, часто упоминаемые в летописях королевства, но только вместе. Кажется, их имена и внешность были вычеркнуты из истории. С тех пор прошло много времени. Было бы великим достижением раскрыть их личности. Так, то есть их пять. Значит, таких печатей должно быть пять, и четыре я уже нашел. Еще одна печать Хэллоунеста. Давай сюда. Ах, мне нравится коллекционировать их, но из каждого удается почерпнуть немного информации. Заметь, они сохранили былой блеск, и нет ничего плохого в том, чтобы оценивать что-либо исключительного по эстетическим качествам. А, печать Хэллоунеста, давай сюда. У тебя есть еще что-нибудь для меня? Если нет, то вытаскивай свое маленькое влажненькое я из моего дома. Есть. Вот еще один. Опал. Другие говорили мне, что у входа в город стоит статуя, изображающая крупную рыцарскую фигуру. Может быть, он один из великой пятерки королевства? Я бы сам взглянул на него, но ворота плотно захлопнуты, и много хлопот доставит этот длинный путь, кишащий всеми этими проклятыми оболочками. Так, теперь начнем с журнала. А, журнал странника. Несмотря на то, что это весьма распространенная находка в королевстве, мне очень нравится расшифровка их текста. В совокупности они рисуют мрачную историю. Кажется, судьба была неблагосклонна к тем, кто путешествовал по руинам Хэллоунеста. Так, еще один журнал. Я могу предложить немного за каждый, ведь их полно в пещерах, и я сомневаюсь, что ты найдешь кого-нибудь другого, кто захотел бы отдать за них Гео. Это да. Ты единственный, блин, кому я могу это продать. Опал. Журнал странника? Да-да, положи его в кучу к остальным. Не знаю, когда появится время расшифровать его. Переводить языки жуков, странствовавших по этим пещерам, задача не из легких. У меня еще два. Журнал странника? Смотрю, ты приноровился искать их. Должно быть, на твоем пути трупы не редкость. Не сомневаюсь, что твой гвоздь создан для гораздо большего. Еще один журнал странника? Этот выполнен в традиционном каменном стиле. Текст хорошо сохранился. Во времена своего упадка жители города перешли с каменных табличек на пергамент из паутины. Это небольшая трагедия, но здешняя влага сделала многие тексты нечитаемыми. Похоже, у тебя нет никаких реликвий. Если тебе удастся найти хоть что-то в хорошем состоянии, неси их мне, и я выложу тебе за них хорошенькую сумму гео. Это да, это ты мне сейчас реально выложил большую сумму денег, и я теперь... Я прям сейчас думаю, куда мне тогда портануться. Наверное, все-таки я сначала поеду с рогачом наверх, либо я вон лифт как раз вызову. Странно. Не можешь соединиться с моим контроллером. Почему? Так, я предлагаю туда сначала ехать наверх. Потому что здесь-то все равно ничего нет.
ты, зараза. Слышь, сколько тебе надо бить-то? Три жизни потратил, звереныш. Так, туда пока мне не надо. На лавку пока тоже не идем. Сейчас здесь не задерживаемся, потому что, блин, с ними, с этими копьеносцами летающими проблемы будут больше. Мелочь-то еще ладно, вот это вот летающие, они так слабенькие. Блин, копьеноса бей! Три жизни потратил. Блин. Ах ты, зараза. Вот отлично, сдох. Тихо. Так, рогач у нас находится вот здесь, с этой стороны. А, нет, не сюда, не к рогачу, нет. Надо лифт запустить, точно. Тихо. Это другой разговор. Там, наверное, откроется большой тот лифт, который я не мог запустить. Он как раз сюда и, получается, нас выведет. Да. Точно. Я попробую сейчас к той дамочке сейчас мотаться. Потому что, получается, как раз... Да, как раз путь к ней. А я еще тут не был, кстати говоря. Можно вниз, а можно вверх. Эй, не смей. Так, тут вроде наверх я нигде попасть не смогу. Значит, это все внизу. Отлично. Короткий путь я прорубили. Ух ты, нифига, ты как-то странно прыгнул, дружище. Я даже такого не ожидал. Так, это, по-моему, последняя... Нет, это, походу, сосуд. Или это маска?
Нет, это сосуд. Это сосуд. Окей, хорошо. Ну и здесь получается все. Так, во-первых, на лавочку сохраниться. Так, там все, мы с вами закончили. Так, могу купить еще одну ячеечку за 500. Покупаю, однозначно, я и планировал, в принципе. Так, дальше мне потребуется... Тебе только нужно 5 больше продолжать собирать. То есть еще 5, да? 18, по идее. Великое рассечение, вихревое рассечение и еще какое-то будет новое умение, да? Ладно. Так, давай пока вот сюда. 18. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Да. То есть мне требуется еще 5, и тогда я смогу еще одну ячеечку себе открыть. Этот амулет считается жизненной силой и, безусловно, улучшает твое состояние. Ну, не знаю по поводу состояния. Кристалл, помещенный в центре, прекрасен, не так ли? Ровно восхитительно. Слышал, что кристалл помогает тебе фокусироваться, так что если это то, что тебя интересует, ты должен забрать эту красотищу с собой. Это, пожалуй, я возьму, потому что это очень дорого, и пока у меня есть деньги, я лучше все это самое дорогое и возьму. Все остальное, в принципе, я потом смогу купить. Намного сильнее заклинание делает. В принципе, тоже полезная вещь. Но я к тебе еще все равно буду приходить. По-любому, потому что мне нужно будет у тебя покупать ячеечки. Еще 4, еще 1 здесь вообще дофига. Но там у меня наверху осталось, получается, взять еще один осколок маски и еще один осколок сосуда. И все это восполнится, будет полным. Поэтому, наверное, я деньжата сейчас прикоплю. И быстренько дойду до нашего друга. Либо до рогача дойти. Который, в принципе, меня сможет переправить. Потому что мне-то здесь плутать... Хотя нет, вон рогач... Чё это у нас такое? А, так мы знаем... Про это, про этот храм. Может быть, что-то в храме новенькое появилось? Блин. Я сейчас зря сюда пришел. Нам тут делать нечего было. Ну давай, мелочь. Пусть сейчас за мной еще летать тут 3 года. Так, а я вообще правильно пришел? Так, где моя карта? Да, все правильно. Мне сюда надо подниматься, наверх. Чё, они не долетели, что ли? Блин.
Приходится ждать. Хорошо, что хоть у него передвижение бесплатное, блин. Давай, в Дёртмов. Я надеюсь, ты не слишком разочарован нашим маленьким городом, путешественник. Хотя сейчас это место стало важнее с тех пор, как мы стали намного более гостеприимными. Вход в королевство был запрещен давным-давно, предположительно после какого-то великого бедствия. Многие ворота были закрыты, но наш старый колодец остался как путь обратно. На протяжении многих лет многие использовали колодец, чтобы протиснуться в руины. Странники, воры, авантюристы. Забавно, что немногие когда-либо возвращаются. Может быть, они находят то, что ищут? Ба, да я не настолько наивен. Без сомнения, их всех сожрали. Бесчисленное число опасностей таится в этих глубинах. Так, это все мы, по-моему, уже читали. Да. А с тобой нельзя разговаривать, да? Ну ладно. Так, идем в магаз. Так, вот, осколок маски покупаем. И зарабатываем себе еще одну жизнь. Замечательно. 1500 уже стоит, нифига себе. Так, фрагмент сосуда. Надеюсь, он последний. Фрагмент. Да. И что он дает? Пока не очень понимаю, что он дает. Исследователь нашел этот необычный ключ и плавающий в водных путях города далеко внизу. Я все еще не очистил его. Так, а ты что даешь? Тяжелый натиск. Может быть, сила удара будет больше? Ну, давай возьмем 350. Да, в принципе, должно хватить. И на элегантный ключ тоже должно хватить. Осталось, в принципе, копейки. Ну, блин, 1500 за осколок маски и 900 за фрагмент сосуда. Это, конечно, жесть. Что дает фрагмент сосуда, не понимаю. Не очень мне понятно, что дает фрагмент сосуда. Так, это, по-моему, к рогачу, да. Не сюда, мне надо зайти сейчас в другой магазин, узнать, есть что-нибудь у них там новенькое. Если ничего нет, то... В принципе, сваливаем. Папа надо. Да, у них ничего нету. Хорошо, тогда давайте сейчас зайдем сначала в храм. Что в нем такого поменялось? Кстати, надо бы еще забрать награду свою за гусениц. А, так, наверное, вот эти вот боссы, которых я победю когда-нибудь, они появятся здесь, наверное, потом. А, так, ячеечка вон заполняется. Ну, допустим. Это дает дополнительный выстрел. Один.
Ну-ка. Да. На один дополнительный выстрел это получается. Ну, хорошо. Хорошо. Так, а здесь я, по-моему, дерево, да, рубил, я помню. Собирал потом эти знаки. Давай. Я тут тебе уже много насобирал. Сколько? Давай вспоминать. Раз. Два. Протухшее яйцо. Спасибо. Два? Все? Мне казалось, я спасал намного больше. По-моему, ты, папаша, меня обдуриваешь. Так, ну, в принципе, тогда, получается, нам здесь делать-то уже нечего, да? Есть только опять попробовать замочить того босса. Как вариант. Под конец серии. Может быть, получится его вальнуть? Ладно, давайте я тогда пойду вниз. Ё-моё! Ну давай, давай, лети сюда. Я сейчас всем отомщу. Так, мне надо в самый низ. По идее, тот босс должен быть легким, но что-то как-то я не смогу победить. Попробуем сейчас справиться с этим инкубатором. Так, ты что скажешь? Ого, что привело тебя сюда, маленькая тень? Ты заблудился? Не беспокойся обо мне, мне больше чего не нужно от тебя. Хо-хо-хо. Ну, хорошо. Тем более у меня добавилось на одну жизнь больше. Плюс ко всему у нас меч стал острее. А если найти ту руду, то он будет еще лучше. Блин, а мне вообще-то нужна была лавка. Я хотел поменять пару амулетов. Отлично, молодец. Зачем ты так сделал? Офигительно. Просто красавчик. Ты чё творишь? Попробуем еще разок. Эх ты, блин. Эй, ее не так хотел сделать. Зараза. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, где ты, блин? Я его потерял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фух, вот это сейчас реально фартануло. Нет-нет-нет-нет-нет, пошел вон.
зараза! Давай, жизни, жизни, жизни! Блин, блин, блин! Ух, фартануло сейчас! Есть! Есть! Да! Сопляк! Хух! Еще один осколок маски. Вот это была жесть! Но зато с первого раза сегодня. Все, супер. Так, и теперь тогда, получается, нам нужно с вами вернуться к лифту, по идее. В принципе, можно будет пройтись по низу. Да, и самое будет то. Там-то уже все. Везде побывали. Так, вниз теперь. Слышь ты, плевун. Расплевался мне здесь. Так, во-первых, давай сюда зайдем. Не понял. Мужики, вы кто? Такие беспалевные, такие беспалевные. Хоп. Эй, ну признавайтесь, что тут делаете? Ладно. Получай. Засранец. Сейчас тогда быстро дойдем до лифта. Ой-ой-ой-ой-ой. Не понял. Чувак, ты мне две жизни забрал. Ты офигел? Так, там все. Что же здесь-то такое? Интересно мне знать-то, блин, ну ё-моё. Явно неспроста. Да, мне... А, мне надо, в принципе, попробовать ключ вставить. Точно. Пойдем, пока вернемся. Да, таких бы сосудиков, конечно, побольше бы восстановить. Было бы вообще классно. Надеюсь, ключ сюда подходит. Нет, не сюда, блин. Куда ж тогда ключ? Может быть, тогда где-то в этих, в канализациях королевских. Если так, то, в принципе, это правильно, что я его купил. Значит, пригодится. Блин. Вот так, отлично. С наточным-то гвоздем самое то драться.
Сейчас тогда вот этого летающего тоже долбанем. Ух ты, блин, вот это я долбанул по летающему, ага. Красавчик вообще. Это другой разговор. Так. Ну что ж. Давайте тогда сохранимся на лавочке и продолжим тогда с вами уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.